Уважаемые советники, перед примарией села Копчак стоит очень ответственная и амбициозная задача. Это реструктуризация местной экономики, создание условий развития малого и среднего бизнеса и создание условий для открытия рабочих мест на территории села Копчак. Создание промышленного парка, на наш взгляд, это инструмент, который позволит в каком-то виде снизить уровень миграции на территории села Копчак, открыть новые рабочие места и привлечь экономические бизнес-инвестиции на территории нашего села. Поэтому появилась такая инициатива, такая идея, технически и экономически обоснованная, пойти по пути создания индустриальных промышленных парков. Таких парков на территории Гагаузии с статусом на сегодняшний день 3. Это свободная экономическая зона Вулканешты, это промышленный парк в муниципе Камрад, и на этапе создания находится промышленный парк в муниципе Чадронга. Промышленный парк дает огромное преимущество населенному пункту в части кооперации бизнеса и привлечения инвестиций. Создаются промышленные площадки, вовлекаются финансовые средства из бюджета Гагаузии, из бюджета Республики Молдова, а также из небюджетных средств, это наши доноры, партнеры по развитию. Таким образом, имеется реальный шанс на выделенный участок подключить все коммуникации, освободить этот земельный участок согласно закону о промышленных парках от компенсации потерь по переводу с сельхозхозяйственного на строительную. Также есть налоговые преференции для будущих резидентов промышленного парка. Это для того бизнеса, который будет там заниматься перерабатывающей промышленностью, или для иностранного капитала, который согласно закону о привлечении инвестиций в Гагаузии будет в будущем станут нашими резидентами. Поэтому просим вас выделить земельный участок с кадастровым номером 962-6316.015 с площадью 6,3114 гектаров для создания промышленного парка. Земельный участок географически располагается по трассе Копчак-Кирлока М3 выше очистных сооружений, на территории бывшего тренировочной базы. Также примария села Копчак сформировать комиссию по созданию и функционированию промышленного парка. И третий пункт. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя примария села Копчак Толмача Анатольевича.